Темиртау запускается проект «Твой выбор». В его рамках планируется трудоустроить 30 молодых людей от 16 до 29 лет. Однако перед трудоустройством участники проекта пройдут обучение по 5 основным специализациям. Обучение будет проходить по 5 направлениям. Это IT-направление, обучение по бухгалтерии, менеджмент, строительство и обслуживание населения. Повторюсь, после обучения, обучение будет длиться месяц, каждый из участников получает сертификат о прохождении обучения. После этого проходит собеседование с потенциальными работодателями и уже потом трудоустройство на ближайшие 3 месяца. Специалисты надеются, что проект поможет молодым людям найти себя и свою любимую работу до того, как они поступят в высшее учебное заведение. Проект «Твой выбор» будет полезен не только молодым людям, но и предпринимателям города. Для предпринимателей это тоже такой приятный большой шаг, потому что от организации платится только 50% оплаты труда, а остальные 50% платит наша организация в рамках данного проекта. Это на, повторюсь, на протяжении 3 месяца. Желающие принять участие в проекте «Твой выбор» могут обращаться по адресу проспект Строителей, 47, кабинет 106. Ольга Цуканова и Александр Ломако. Новости Темиртау.